живой шуткой. Да. Живой шут. Да, понял, но как доставляет, как мы делаем? А, мечами кодинай, да? А здесь вот в сторону Назрани, который идет дорога, вот да. Там колонну да. Схватили, сажали прямо на БТРах, БМП, и вот на технике сажали. И себе в сторону, дислокацию делали, прикрытие. До перекрестка от Файмартана они так они доехали. Прошли войну тоже. А кто не будет геноцидом? А прошлую войну тоже меня, я был мирный житель, свой дом охранял. Они вот как дали нам дом, разрушили, все поймали, как будто я боевик. Я объясняю, даже русские были соседи. Он не вояк, он от нас не отходил. Да, да. Наоборот, он помогал, старикам хлеб что-то доставали. Да, да. Они уже 4 раза под расстрел поставили. Были прикладками, что они, как они издевали. Они хотели расстрелять, потому что женщина оказалась там наверху, и вот так остался живой.